Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влоги Кэмвизмен. Сегодня у нас понедельник. 18 января, сегодня у моей мамы день рождения, 59 лет. Поздравили с утра? Да. И на 59 она не выглядит. Это я вдруг услышал эту цифру сегодня с утра. Я не помнил об этом, если честно, о том, что 59. И я думаю, чё, 59? Не 49, там, 39. Ну ладно, короче, ребят. Надо было ей сегодня так с утра сказать. Это да. Короче, ребят, мы едем сейчас стричь мою голову, потому что... Уже. Потому что мы скажем позже, что почему. Пока мы стоим в пробке, мы хотим вам сообщить еще раз. Мы как-то уже заикались об этом. Короче, ребята. Мы едем в Самару на пару дней. Вот буквально на этой неделе. Да, потому что у Дашки же будет свадьба. И, короче, мы летим. Да, в четверг вылетаем. Четверг, пятница, суббота, воскресенье летим обратно. Вот так вот. Так что и к бабушке с дедушкой заглянем, и к Дашке. И вообще будет круто. Проведем круто время. Надеемся, что... Что не будет сильно холодно. Да, что не будет сильно холодно, это точно. На подъезде к галерее на парковку мы встретили большую пробку. Подумали, что такое? А потом поняли. Что, оказывается, здесь машины проверяют? Ну, мне кажется, это хорошо. Это здорово. Это очень хорошо, да. То есть стоит бобик полицейский, два полицейских проверяют тачки, реально багажники открывают, чтобы вот никто ничего не завез там всякое противозаконное. И это здорово, мы это поддерживаем. Я не стремаюсь открыть багажник. И пока... Причем он сам идет, да, открывает, но он, я понимаю, спрашивает как бы разрешение. Вот, ребят, процесс так таков. Но здесь чувак почему-то... Вышел. Да. Ну, я не знаю, может быть, мне сейчас тоже придет. Вот, вот нет, вот это, да, это не круто. Это не круто. У него там вообще дофигища вещей, куртка. И вот под курткой что угодно могло быть. Ребята, так нельзя. Фараон. А, это вообще ЧП какой-то. День добрый. Богач. А можете открыть? Спасибо. Спасибо. Всего доброго. На обгон. Вообще, дурило картонный. Куда ж ты обгоняешь-то на парковке? Дуболом, дубощит, зурбаган. Ребят, помимо того, что машины шманают, и рамки. Рамки, да. Металлоискатели везде, на входах, на всех. Эй, давай, светлее делайте. Вот, через 20 минут, через 28 где-то уже мне нужно быть в парикмахерской, чтобы обстригли, обкромсали. Как раз к свадьбе. Да и вообще, на самом деле, очень быстро обрастаю. Что, блин, месяц назад стриглись. Да, месяц назад стригся, и вот уже опять. Даже, мне кажется, месяц еще не прошло. Мне тоже кажется, что не прошло. Недели 3 прошло. Да. Ну что, ребята, кардинально другая причесочка, будем привыкать. Один фиг, и даже если что-то не нравится, всегда отрастится обратно. Через 2 недели будет, да. Хорошо. Через 2 недели будет, как вот сейчас шел когда. Короче, ребят, мы в галерее, мы ищем место, где продаются... А, ну вот сейчас... Называется третье место. Ты... Да. Там, короче, продают всяческие хэндбэйбовские штуки, типа бабочек. Нам нужна бабочка. Бабочка, я делала бабочку на свадьбу моему папе в таком тоне, но, наверное, сольется реально. Нужно что-то синее. Купили в этом самом третьем месте. И теперь идем в H&M тоже шмотки посмотреть всяческие. А потом уже пойдем в магазик. Поедем. Поедем? Поедем или пойдем? Поедем на скейте, на самокатик. До магаза. В котором что нам надо? Черемуховую муку. Ну и что-нибудь посмотреть.
10 рублей 1 литр. Это круто. Это очень дешево на самом деле. А еще это все для тортика. Ребята, бьем рекорды уже. Январь, а мы все еще на самокате и скейте. Ну, а февраль, я думаю, ничем особо не будет отличаться. Едем в тот самый магазинчик, потому что там просто не припарковаться сейчас. Куда нам? Нам прямо. Все еще прямо? Да. Припарковались у магазина «Здоровая еда». Лизка вон там выбирает все, что ей нужно. Но мы достаточно долго до сюда ехали. Вот, и если честно, даже прохладненько уже вечером становится. У меня все развалилось. Ну, честно говоря, да, я, наверное, немножко перегнул, что вот здесь вот все сбрил. И сзади все тоже сбрилось. Вот, но в любом случае я очень быстро обрастаю. Еще раз повторюсь, и буду, наверное, в ближайшие дни ходить в кепке. Единственное, что на свадьбу пойду вот такой. Бывает такое. Такое было уже, когда у нас была фотостудия. Я так хотел на лысо постричься. Лизка попросила, машинку купили, она меня побрила. Я такой, никогда больше так не делай. Ну, в смысле, не поддавайся на мои эти уговоры. Постричься на лысо. Ребят, на часах 7:30 уже. Ночь на дворе в Краснодаре. Мы едем только домой, едем конкретными пробками. Ну, блин, сейчас пик поехали, чего уж. Нужно заехать цветы купить обязательно. Да. И вообще, мне лично прям напрягает, что мы так поздно едем. Паршиво, паршиво. Да. Ну, еще и кушать, конечно же, хочется. Ну, я надеюсь, что все-таки мы быстренько как-то в пробочке этой рассосемся. Как-то нам свезет, повезет. Краснодарь-то? С пробками повезет. Я верю в чудо. Мы заехали в цветочный магазин! И как я и говорил, надо в чудо верить, в чудо. Мы доехали просто... Да, 40 минут. 40 минут, ну практически еще минут 5 нам ехать. Да. Капец, а на самом деле могли и 2 часа ехать запросто. Но вот чудо свершилось, я верил в чудо надо верить, верить в чудо, чего вы, а? Чудо какое? Ох, чудо какое. Бабушка вечно так говорит. Ребят, тортик, который вы наблюдали, Алиска приготовила буквально вот как мы приехали, быстро замутила его. Называется он «Хипстер в деревне». «Хипстер в деревне». А вы увидели, как у меня все выглядит сбоку. Да, ребят, я прям реально спартанец какой-то. Ну, бывает, оболванили, типа делать. О, да, я сразу вспоминаю, как у меня... Нет, тут не оболванили, неправда. Тут я захотел то, что мне не идет. Тут как бы мастер следовал моим всем желаниям. Вот, а с мастера спроса нет. А я вспомнил, когда меня оболванили и сбрили виски, и из-за этого мы не могли с Алиской встретиться первый раз. Свидание. Вот это да. Из-за того, что Миша не хотел. Все, пока вы. Мне просто сбрили виски. Сбрили виски. Вот вы бы хотели без висок ходить? Без висок? Как ты? Что ты ходишь за мной? Мне виски сбрили. Помогите. Помогите, ребята. Помоги, Миша, виски сбрили. Виски сбрили. Я котейка, а у меня виски на месте. И далее банан ковану. Спонсор сегодняшнего влога – чистая вода. Чистая вода – спонсор сегодняшнего влога. Знаете, у меня тут накипела одна мысль. За что нас так наказывают, а, этим долбанным курсом доллара, евро? Почему мы страдаем, простые люди, так сказать, которые вообще никак не причастны ко всяческим политическим действиям? Блин, почему для нас вся техника мира стала вдруг в 2 раза дороже? Отчего? Отчего? Canon, японская фирма, Nikon, японская фирма, Sony, ну, по-моему, тоже оттуда же. Почему они
не могут нам поставлять напрямую, то есть, ну, мимо доллара. Как, при чем здесь доллар? Я вообще не понимаю, я в политике вообще как бы ноль. Вот, видимо, из-за этого я не шарю, в экономике тоже, в мировой, тем более. И я не понимаю, почему нельзя со страной как-то или нам напрямую, вот хотим мы полететь в Японию. Я так понимаю, придется покупать евро, покупать доллары, лететь в Японию и там менять доллары на там, иены или что у них. И почему нельзя просто с рублями приехать и рубли поменять? Почему нет прямого курса? Ну что за вообще мазафака какая-то, а? Я просто очень хочу новую технику. Но я понимаю, что, блин, мне просто не позволит совесть брать технику, которая сейчас стоит бешеных денег, зная о том, что это на самом деле стоило в два раза дешевле. И это бюджетный вариант. Ну как-то стрёмно это. Мы сейчас будем смотреть наши любимые французские фильмы, комедии. Называется «Код изменился». «Код изменился». Код. Не код, да. Не котейка, а вот так вот. В общем, это Кинопоиск такой нам постер предоставляет. Да. Фильм 2009 года, Франция, как Алиска уже сказала, Карин Вьяр, Дэнни Бун. Дэнни Бун вообще крутой актер. Он не только актер, он еще режиссер. Тот фильм, который мы смотрели, это он... Режиссер. Продюсер это уже другой человек. Короче, ребят, будем смотреть этот фильм, расскажем вам о нем завтра. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Не забывайте подписываться на наш паблик и жать большие пальцы вверх. Даже за мою прическу. Вот чем больше лайков будет, тем быстрее волосишечки мои будут отрастать. А пока Миша будет ходить в кепке. А пока я буду ходить, да в кепке тоже круто. Роллин. Все, покеда. Покеда!